Ким Кэтрин, приветствую. Руслан Плей, привет, 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 привет. Привет всем, ребят. Канал Андрю Фьюрит. Сегодня продолжим XCOM. Вчера нам нанесли достаточно тяжелое поражение. Я вроде как отправился, поэтому сегодня будем готовы рвать кабины этим вот уродцам, которые тут чуть-чуть туда правее, если посмотреть. Во все оружие подойдем, короче. Ставьте лайки, разумеется, подписывайтесь, кто еще не подписан. Желаю приятного просмотра. Давайте потихонечку будем начинать. Потихонечку начинать. Наушнички не нужны. Я даже не знаю, что за музыка-то играет. А музыка не то чтобы нужна, ща. Поправимся немножечко. Давай, выключать. Давай XCOM. Давай заходим. Я думаю, мы немножко, ну не то чтобы поменяем тактику, но будем действовать теперь крайне осторожно в своих действиях, потому что я проанализировал. И понял, что я достаточно... Кусь, совенок, приветствую, Шан. Привет, привет, давно не виделись. Я понял, что я очень тороплюсь в принятии решений, возможно. И из-за этого мы, собственно, вайпнули отряд. Теперь у нас на поле кто? Тамвичес, Филипп Грозный, мафиозник, Поттер. Собрались в одном там Леви, ноунейм, Хасан наш новичок, Верлиса. Да здравствует лазарет. Нет, вот, Шан, ты у нас здесь. Шан, Верлиса в красном, Тамвичес по центру, мафиозник, ты его не знаешь. Филипп иногда заходит на стримчик. И Поттер. Поттер пока такой. Лейтенант всего лишь. Маленького ранга. Так, дружище, наш самый главный оперативник. Леви, который качается на спецоперациях. Это задание, короче, с контролем кодировщика. Если его сломают, то будем передатчик защищать. Нам надо занять зону захвата. Вот она, первая наша зона. Там запасная. Я сразу напрашивается либо встать сверху. Либо встать вот сюда. Вот здесь, по периметру. Потому что если они будут бежать, то, по крайней мере... Просто если мы встанем сюда, есть вероятность, что туда снайперов будут кидать на эту миссию. И из-за этого... Кстати, у него две гранаты аж. Ничего себе, Леви классный. Будем его использовать. И из-за этого, собственно, у них будет преимущество по высоте, и мы будем по ним реже попадать. Короче, оперативника нашего максимально. Кидаем вот сюда. Пора пробежаться. Давай, беги. У него маленький пистолетик, по-моему, причем даже не лазерный, поэтому, если что, нам его нужно прикрывать. Секретный агент может нарушать работу связи. Кстати, да, вот этим он может заняться на следующий ход. У него тут две вышки, даже три какие-то. Это что, цены на бензин? Таких цифр в жизни не видел. Так. Шан. Ходим аккуратно. Враги есть везде. Это полное укрытие, это тоже полное укрытие. Ну, будем двигаться, короче, ближе к крыше. Ближе к крыше, вот сюда. Если что, там 2-3 как минимум бойца можно расположить. Веру, мне кажется, с ракеты ее надо, ну, наверх, чтобы, если что, она и туда могла стрелять. Что там, смеешься, Шан? Так. Хасан. Хасан, дружище. Ну иди сюда. Экзальт располагает сетью трансляторов в зоне действия. Если получится добраться до одного из них и применить ключ шифрования, извлеченный из данных противника, мы сможем временно отрубить им связь. Я, мой генераль. А временно отрубить им связь, это, конечно, хорошо, Поттер. Что у тебя там? Пушка-то нормальная, хотя бы иди сюда, короче, за шашку эту. Сиди. Двигаемся. Поехали. Спокойно, никто нас не торопит. Что это, кстати, гольф? Когда-то я хотел купить себе Volkswagen Golf. 6-й, по-моему. Или 7-й. Принято. Прикольная машинка.
А, снайпер. Ну, можешь скоро просто сюда сесть. У него обзор по всем будет. А, и, по идее, мы просто сидим и ждем. Не торопимся. Можно за передатчик также сесть. Вот так, Поттер, давай. Так, все хорошо. Просто нам ближе сюда, потому что туда, если бойцов будут кидать вражеских, нам потом трудно будет защищать эту точку. Шан. Лечу. Лети. Лети. Птичка, ласточка. Так. Ясно. Там еще сюда. Ну, полное укрытие вроде как. Вера. Поняла. Сюда. Мафиозник. Пусть. Поехали. Здесь будет мафиозник. Сюда боюсь. Давай за эти ящики. Смотрим, что делает Экзаль. Они двигаются, они есть на карте. Это точно. Шан. Разведку. Лечу. Давай. Так, хорошо, закусочная. Пицца какая-то. Здесь двери. Так, на карту посмотреть. Окна есть вроде, ну... Потому что стоит ли внутрь именно заходить. Ну, кем-нибудь в следующий ход, короче, посмотрим. Может, даже Шан. Там ведь сейчас... Это не считается укрытием. Слушаюсь. Хорошо, вот этот ящик вроде... Половинка считается. Поттер. Вставай сюда. Опа. А, они не спулились. Но у них тут отрядик. Полезно знать. Не спулились, если что, значит, что мы их не потревожили. Не разворошили осиное гнездо, значит, они по идее не будут ходить. И у нас даже преимущество, что мы так буквально на границе их сможем. Верой, наверное, вот сюда, а потом ракеты туда им. Хорошенько так. Пасан. Беги за Шан. Тетя Шан тебя прикроет, Асан. А снайпера мы вот сюда подвинем. Давай. Все, дальше сидим. Вот этот дружище наш, агент Леви. Ломай связь. Или пока не ломай связь. Просто я думаю, взломать... Имеет смысл, когда мы вот их потревожим, да? Уничтожить всех бойцов. Нам надо уничтожить всех бойцов. Ладно, это ломай. Выведет их из игры. Какое-то время Экзальт будет занят восстановлением системы связи. Ага. Пусть будет как-то занят. Мы пока вот так. Сейчас они, наверное, начнут двигаться, да? Давай посмотрим. Шанс слышит. Шанс слышит. Сейчас ты увидишь. Подожди. Давай. Лучше пусть это сделает Танчис. А что здесь? А тоже укрытие есть. Иду на позицию. Вижу противника. Удобное. Это понятно. Этих мы видели. Какие-то у него зеленые татушки. Так, куда разбегаетесь? Очень отлично разбегаются. Очень отлично разбегаются. И, кстати, я думал, это как фура, а здесь можно за укрытием даже сидеть. Такими бойцами, как Вера и Тамвич, у которых низкий силуэт. И они полное преимущество от укрытия получают. Так. Здесь можно в них кидать. С этим все хорошо. Вера может их накалить. Может. Может, слушай. А, нет, мы тогда передатчик заденем. А если так, то мы заденем кучу... Кучу всяких укрытий. Есть вариант просто гранату кинуть обычную. Снайпер, кстати, видит. Это поменяй оружие. Снайпер видит всех на 100%. А вы снайпер. Так. Есть вариант вместо Поттера, да, встать. Поттер подвинется куда-нибудь. Только куда?
дабы так поудачнее. Ну, в принципе, 67. Шан поскольку по 60. Я тут. Вер, привет. Вера, привет. Мы в начале только-только. В начале операции. Не, она тогда точно передатчик заденет. Просто гранату кинуть. Да, но не докинет. Не докинет, это надо сюда вставать. И то не факт. Насколько вот она максимум. Вот если вот так вот померить, так сказать, линейкой. Если она встанет на эту клетку. Докинет она? Ну, на границе. Но если мы уничтожим их укрытие, они почти наверняка трупы. То есть даже если Веру оставим без укрытия, не думаю, что мы... Поняла. Здесь как-то проиграем. Так, у нас есть возможность уничтожить стол. И забор. Неплохо, на самом деле. На самом деле неплохо. Это тоже вариант, даже не нанеся урон. Мы, по крайней мере, увеличим... Лови! Точность по ним, лови. Бам, граната пошла. Они без укрытия. Дальше. У нас есть стрельба на бегу, которая нам позволит чуть ли не вплотную к ним подойти. Первым делом, самым первым делом, мы уничтожаем вот этого чувака с базукой. Снайпер. Что у нас двойной выстрел делает? Подожди, давай напомним-ка. Может дважды делать любой выстрел, если раньше не двигался. Он не двигался. Так что он может делать двойной выстрел. 100% крит. Давай сначала в самого жирного. Выстрел в голову. С лазерной. Наша новенькая винтовочка. Ой-ой-ой, десяточка, хорошо. Вот, и он делает еще один выстрел. Все как надо. Так, этого он... Он может, короче, убить... Любого убить, все, посмотрим. Проще, наверное, даже вот этим чуваком на самом деле добить. Ты их увидишь отсюда? Слушаюсь. Ну, попытаться, по крайней мере. Данил, привет. Он не видит отсюда, да? Жаль. Жаль, ну ладно, уберем, если что, его отсюда. У тебя маленькие шансы на попадание. А, у тебя же дробовик. Точно, точно, у тебя же дробовик. Пора убивать. Тогда. Можно рвануть сюда. Поттера можно подвинуть. Эндран. Эндран. 67. 87. 87. 100% крит, кстати, давай. Оп, хорошо. Так. Не видит. Здесь встает, нам здесь не пригодится, думаю. Так, 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 так. Соточка, соточка. Здесь 10% крита. Здесь 60. Здесь 60. Почти наверняка эти, кто-то из них умрет. Снайпер. Добьет ли этого? 7 урона может нанести. 0% крита, то есть не добьет. Может проще тогда вот этим добить? Ну тогда он это точно добьет. Шан. Шан проверяем. Аккуратнее, они еще с полными силами. Что такое? А что такое полные силы? Так. Имеешь в виду, они еще. У них еще на карте много бойцов, да? Ну да, но они еще в основном будут. Так, мы в принципе здесь никого не видим. Мы можем подвинуться поближе. Потому что нас вообще обошли с фланга. Поехали. Так, хоть небольшое укрытие.
63. Здесь 85. Так, давай. У тебя самый высокий шанс. Хорошо. Попал уже неплохо. Эти живые еще неизвестно сколько. Да-да-да. Так. У тебя run and gun. Включен уже. Давай шанс проверять. У нее пока самый маленький шанс. Самый маленький урон. 83 с винтовки. 83 с пистолета. Давай с пистолета, мне только единичку урон нужно, Шан. Давай. Спасибо, Шан. Пора, согласен полностью. Так. Снайпер. 100% добивает одного из них, любого. И вот этот Хасан, мы, соответственно, им бежим. Раз здесь у нас уже есть команда, в принципе, мы можем... Он же увидит отсюда. Ну, Поттер же видел всех. Не думаю, что нам вот этот... Нельзя кинуть гранатку просто. Мы уже кидали одну. Одну хватит. Отлично. Верный дробовик работает. И сотка. Ханда. Ага. Допрыгался. Все. Четко сработано. Все четко сработано. Я как раз гранатку за тебя кидал. Замечено вторжение на позицию группы Штурм-1. Противник прорвал периметр. Хочу поиграть в смерть, но мой брат уехал. А чего тебе? Так, они... Нужен брат обязательно, чтобы в смерть поиграть. Так. С этими просто. Здесь конец карты? Да. Я планирую кого-то еще сюда. Как минимум Веру надо вот сюда поставить. Или снайпера, например. Снайпер. 100 на всех. А этот еще из фланга. Почему крита по ним нет? Интересно. Выброс адреналина к меткости. Давай оставляем, короче, снайпера на потом. Учитывая, что у него сотка. Кстати, тут даже оперативник может сработать. Вера, займешься им? Или лучше отвезти Поттера? Штант и командор. Поттер, давай. До свидания. Так. А Веру просто я хочу переместить. Сейчас, как знакомый, всегда с братом играл. Сейчас он от меня за 9000 километров. Ничего себе. Во Владивостоке, что ли? Да. Вы там разъехались. А, так, товарищ Кожеметик. Давай, знаешь как. Давай сделаем так, чтобы вот этот... наши новички повышались. Система связи. Во-первых, ломай. Это их отвлечет на какое-то время. Не знаю, на какое время это их отвлечет. Вот еще тут одна вышка есть. Пусть наш товарищ где-нибудь сидит. Пора около нее. Мне нужно, чтобы ты добил. Ну, в принципе, 70% крита. В два счета. В два счета, давай. 100% крита. Ну, дробовик, давай. Ой-ой-ой. Девяточка. Хорошо. Шан. Давай тоже на передовую. Так. У тебя пистолет, ну, в принципе, добивай. Сама с Приморья переехала в Ростов. Он с родителями и сестрой там остался. О, да, ребят, пока у нас тут расслабление. Погодите. Пока у нас тут расслабление. Шан верно говорит. На Траволту всех, ребят, приглашаю. Если что, просьба подписаться, кто еще не подписан.
перейдите, просто зарегистрироваться, там нажать кнопочку follow. Буду очень признателен. Мне нужно набрать 20 фолловеров, чтобы поднять первый уровень. Это новая платформа, как Twitch. И если что. А, тогда есть. Все, веру сюда. Можем спокойно двигать. Мафиозника. Двигаем. Пока бегу. Сюда. Шан верно говоришь, да. Так. Ну и все, сидим. Перезарядиться можно, можно Overwatch, в принципе, поставить. Есть, ладно, нормальный так. Просто ждем, нам просто нужно защищать передатчик. Вот там есть кто-то за закусочный. За закусочный. Ага. Будем ли мы двигаться? А надо ли нам? У нас нет этого задания двигаться туда. У нас есть задание прикрывать. Ну, единственное, что я бы хотел, это, наверное, хорошее укрытие для ребят всех. Город между Владивостоком и Хабаровском. 300 в одну, 300 в другую. Так. Снайпер. Становись. Вот, отлично. Все, и сидите здесь, касатики. Вера. Даже давай, наверное, поменяемся. Иду на позицию. Там сюда сидим. Вообще пофиг. Вера, сюда. На точку. Два товарища. На всякий случай я перезаряжусь. Я снова в строю. Здесь не надо. Начинаю наблюдение. Здесь. Да не ясно. Надо. Буду на чеку. Так. Ломать будем? Пока не обязательно. Просто в обороне пусть сидит. И Поттера... Ну, можно вот сюда куда-нибудь. А можно, чтобы... Вот сюда. Позиция не очень шикарная, но в целом неплохо. Я приселился. Зато по стране покаталась при переезде. Я вообще... Я понял. Снайперы. Снайпер снимет его. Так, отлично. Вера стреляет. Тоже мятька стреляет. В разные стороны это приятно. Я вообще из Питера никуда не выезжал. Дальше Ленинградская область. Так, ага. И чего? Ты-то встал. На Overwatch? Нет, я не увидел. Там так далеко. Вера кого видишь? Вера видит только его. Снайпер видит, в принципе, всех, даже его. Так это, ну, он может его снять. Сотка, ну, почти наверняка. Так. У нас есть сканер еще. Вот если что, там еще его кинет. Не побоится использовать. Давай так. 53. У кого-то есть ноги, чтобы туда запрыгнуть? Я думаю, может, пару людей туда? Каких-нибудь дальнострельных, типа Поттера с Шан. Вот там нормально им будет. Нет, ран-н-ган я больше не делаю. Во врага, хотя очень хотелось бы. 23, но у тебя вообще все по шансам. О, давай ты вот... На правах рекламы. Так сказать. Займешься этим? Я в пути. Не думаю, что ты с дробовиком промажешь. 100%. Вот так. Готов. Хорошо. А, снайпер. Оставляем снайпера на потоп. Чтобы смотреть, как наша команда. Давай, Вера, проверочную. Пятерочка. Так. Снайпер откатился, кстати, вот этот, интересно. Двойной выстрел. Перезарядка один ход, да точно откатился. Он должен убивать. Питер не была, в Москве побывала, как и мечтала. Для такого расстояния между городами в наших краях это редкость. А у вас тут вообще меньше, чем за сутки можно кучу городов объездить.
Да, есть такое. Там и Новгород по пути. Даже из Питера в Москву. В принципе. Там, где Шан была как раз. Так. А ты иди сюда, жмятик, с твоей ловкостью ты должен попасть. Не ловкостью, а точностью. Давай. Красавчики. Объект уничтожен. Управление гневом. Фига, а, вот это все баф, это он надпочечники активировал. Кайф. Типа, боевые феромоны повышают меткость, скорость и шансы критического попадания. Только сейчас это я... Да я, у меня и так там меткость, конечно, жесткая. 128 меткость. У Веры, по-моему, что-то типа... На десятку повысилась меткость. У Веры по стандарту 74, я точно помню. Я и в Катюше была. Катюша — это Екатеринбург? Хочу на Байкал. О, кстати, тоже хотел бы. Когда-нибудь. Пожалуй, наверное... А, ну ладно. Так сказать... Немножко приврал, я был в Анапе, в Сочи, ну это из стандартных таких, там, Лазаревская, по-моему. Ну всех на юга, когда там, много раз. Бам. Крыму. Прощай. Еще. До событий, со смены границ. Тоже был. В лагерях там всяких, в Турции, ну в Турции, естественно, в Турции кто не был. Так, ты, товарищ, ломай. Мы отрубили противнику систему связи. И сиди. В принципе, мне нравится, что он здесь для снайпера дает, так сказать, вид. Сиди. Сиди, отдыхай. Никого нет. Хочу в Питер на мост. Ой, я тут помню. Последнее время. Постоянно. На мостах. Гонял. Потом хрен выберешься. Такси по косарю стоит, конечно. Катюша, это Екатеринбург. Понял. Понял. Вот, Вера тоже была в Екатеринбурге. Так, Поттер. Папар-папам. Что-то тут... Куча следов крови. Куча следов крови. Я не хочу двигаться, если честно. Потому что у нас остались только два человека. Без действия. Если мы кого-то обнаружим... Вот, как раз вот я в ту сторону бы подвигался. Не знаю, это ушан такие ушки на макушке. Давай. Вижу противника. Ага, они как раз вот на кухне засели. Сейчас мы их Верой. Вообще без стыда и совести. Собаки такие. Давай. Вот так. Всех накроешь, Вера. Да, Шан не тронешь. Разнесешь гребаный Макдональдс. Что поделать? Фейерверк. Фейерверк. Бум-пам. Все, всех задели. Сейчас осталось только как в тире их расстрелять. Мочи их. Все. Считаем уже. Уже конец. 91. Бей. Куда? Проще всего. Бам. Этот готов. Шот. Снайпера не трогаем, он так полковник. Я думаю, здесь ребята справятся. Наши бравые. 99 и 93. Давай Поттера проверим. Спешу. Сотки. По обоим причем. 99 и 93. Давай, потом перезарядишься. Хорошо. Надо Поттеру поменять прическу, то он как Тамвичс выглядит. А, так это и был Тамвичс. Ха, это думаю. Так, все, стреляй. О, хорошо. Когда там уже... Когда там уже майора дадут, Шан. Остальные сидим. 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 А ты здесь все, что мог, взломал, да? Ближайшая... Ближайшая станция для взлома где? А, это уже конец карты. Мы, в принципе, можем двигаться на следующий ход. Вот здесь, если что, есть. Ладно, пока сиди. С двумя гранатами ему приятно.
скидывает на голову. Это последнее подкрепление, командир. Осталось продержаться совсем немного. Бам. До свидания. Так, ну и все, осталось с ними разобраться. Раз. Снайпер прям шотает. Пау. Мимо. Урон нулевой. Жду полковника мне. За прошлую миссию должны были автоматом дать. Так ты и так полковник. Уже тогда была. Хрена себе, вы дропаетесь. Хотя максимально уже, вот. Звание. Не знаю. Но это, короче, значок полковник. Гиря. Гиря. Так. Есть вар сюда ракет кинуть. Ну, отвезти, естественно, нашего бойца. Девяносто процентов крита. Туда, по-моему, может чел с дробовиком пробежаться успешно. Давай это и сделаем. Да, тебе нужна стрельба на бегу. Да, ого, да. Вот так. Причем вот этого товарища. Никого же на Overwatch'е нет. Если что, оставим его здесь. Ну так, если что, вдруг он добьет кого-нибудь. Этого товарища мы сюда. Тык-тык-тык-тык-тык. С дробовика давай. В лицо. Отлично. Добьешь с пистолетика своего? 53, ну не факт. Ну гранаты может, в принципе. Вот так. Давай добивай, не хочу недобитка. С этим мы и так разберемся. Бам. Савенко, мне кажется, или на канале перестали летсплеи выходить? Не кажется. У меня и не выходит летсплея уже как... даже не знаю. С конца ноября, по-моему, последний Tomb Raider был. Вот. Мы теперь все игры стримами проходим. Летсплеев толку особо нет. Ну, в плане... для статистики мне же нужно часы просмотра набирать. А часы просмотра стримы набирают в разы лучше, чем видосики заготовленные. Поэтому... не уверен, что есть смысл даже в них. Так, ну тут сотка. Шан. Ты его можешь, типа, обойти? Может, в принципе. Давайте снайперу дадим пострелять. Надо мне на генетику отправить, еще получше сделать. Да, сейчас увидим что-нибудь. Можно тебе на меткость поднять. 40. 90. Давай этого. Это убийство? О, красавец. Шот. Больше не дернется. Я пустой. Так. Ты тоже, кстати, пустой там, Вичес. Феромоны можешь распылить? У нас кто? У нас Вера, у нас Поттер и у нас Шан. Вера может пострелять в одного, может дать ракету по двоим. Лучше дам ракету. Сюда там сейчас отведу. С пистолета он кого-нибудь добьет. Так, рокет. От этого можно? Вот так. Давай. Бум. Все хорошо. Без укрытий. Мы их сейчас просто как в тире. Расстреляем. Вводи вояку. А вот он, вояк. Сидит нормально. Кайфуй. Там ведь с пистолета. Давай, дружище. Хорошо. Да-да-да, я его увел уже. Так. Шан. 60 крита. Let's go. Получилось, командир. Отлично.
силы экзальт разбиты, передатчик безопасности. Меня же не ранили, по-моему. Отличная работа. Согласен. Ни единого шанса им не оставили. Так, ну это очень полезная и важная миссия для, как минимум, морали нашей команды, нашего отряда и организации в целом. Великолепно. Будем надеяться, остальные операции пройдут так же гладко. Поттер получает лейтенанта. Поздравляю, Поттер. Поздравляю, чё? Ой, подожди. Вспышка. Тупой перк, если честно. При стрельбе по целям, у которых осталось менее 50% здоровья, ОЗ увеличивает на меньше 50%. Сейчас враги жирнее становятся. У Поттера все неплохо с меткостью, поэтому в целом палач не такая уж и плохая тема, чтобы больше меткости как бы не хуже. А Леви, тем не менее, уже сержанта получает. Красава. Красава, что сказать. Может вести ответ ногой, когда противник движется или стреляет. Тема та же. Он начинает уже жирных врагов сыпать. Разведданные дешифрованы. Возможно, присутствие группы Exalt. Ага. А еще у нас какой-то был запрос там, да? Вот, мы можем 10 лазерных автоматов отдать на 62 бакса. Почему нет? Ну это, конечно, дешево, но как бы 62 бакса. А вы что хотели? А вы что хотели? 300 у нас, тем не менее, уже есть денег. Денег, поэтому мы будем многослойную броню собирать. Это займет какое-то время, да? Все готово к работе. Литейные машины раскалены. Когда мы закончим, я вам сообщу. А, это не займет никакого времени? То есть просто за 300 мы покупаем? И прекрасно себя чувствуем. Просто мне нужно обязательно костюм, но не в таком же ходить. Так. Нет. Очередь заблокирована. А, ну 14 дней она будет. Все, хорошо. Что-то подумал, тут сначала на лицензиях написано. Это не надо. Термомоторы. Ну, прикольно, но пока ладно. Это для этого. Это тоже полезно было бы для Макса. Ладно, пока. Постройки. Все у нас в порядке. Мы можем строить лабораторию. Нет. Мы можем строить лабораторию, можем строить лифт. Веру я хотел отправить на улучшение способностей, поэтому сейчас мы денег немножко... Блин, эти лири уже продавать как-то не хочется. Ладно, так, чуть-чуть. Слишком мы сильно торгуемся, нам месяц надо ждать, пока закончится. А, рекруты, насколько я помню, идут, да? Рекруты не идут? Че, рекруты не идут? Уже пришли, что ли? 75, 73. Штурмовик, штурмовик, тяжелая пехота. Штурмовик, этого мы качаем. Снайпер качается, понятно. Так. Может, со следующим месяцем мы до солдат дозакажем, так сказать, поновее. А, лаборатория, генетика, вера. Кости. Теперь можно ей дать. Подумать, что. Второе сердце. Чтобы не умирать. Хочу ли я вообще, чтобы ее хоть когда-то... подводили под черту смерти, не факт. А, может, надпочечники не такая уж и плохая тема. Типа баф всех вокруг, и себя в том числе. Глаза, в принципе, да. Чуть-чуть меткости, в принципе, прикольно, полезно. Кожа. Если салат в полном укрытии, враги не смогут заметить его невооруженным глазом. Ну, как вариант. Ну, охренеть, конечно, 65 состава стоит. Давай второе сердце. Думаешь, второе сердце? Ну, как скажешь, конечно. Если нужно второе сердце, давай.
Мне не жалко. Сейчас мы тут... 75 нам надо, да? Нам очень нужна поддержка, которая будет носить очень много аптечек. Второе сердце. Yes. Превосходно. Мы начинаем подготовку кандидата к хирургическому вмешательству. Я сообщу, когда процесс генетической модификации завершится. Снайперу, в принципе, можно дать зрачки. Благодарю, командир. За высоту. Все, остальных не будем. О результатах я уведомлю вас лично. Спасибо. Спасибо, Вален. Если нас сейчас вызовут на задание. Пока скрываем, качаемся. Качаемся пока наших ребят. Стараемся, чтобы у нас не было потерь. Потому что нам нужно уже выходить на базу, на штурм базы пришельцев. Захват дрона и охранный дрон. Ну, не то чтобы нас это сильно. Пусть лучше все риски моей смерти снизятся. Я, конечно, верю, что ты меня будешь беречь, но лучше перестрахуемся. Ну да, 5 ходов, в принципе. Кровотечение тоже есть вариант. Там, по идее, тебя можно стабилизировать, если ты, типа, упала. Там, при смерти. Дроны, которых мы разобрали, выполнять единственную цель, ремонтируют любую технику, включая роботов. Дроны служат чем-то вроде медиков для роботов. Оружия у них нет, зато внутри корпуса, рядом с системой энергоснабжения, расположен мощный заряд взрывчатки. По-моему, очень изящное техническое решение. Доктор Шин считает, что мы могли бы взломать дрон, перепрограммировать и использовать для наших целей. Данные о способностях отдельных особей этого вида можно получить в бою. Совершенственные дугометы смогут брать под контроль вражеских дронов. Наши бойцы смогут управлять дронами в течение всего боя. То есть дугомет, который оглушает, может, если на дрона применить, типа, взять его под контроль. Переделать дрона пришельцев, ремонтный модуль. А ну-то это, этим я не пользуюсь. ТБМП, вот это вот. Давай блок питания. Не, давай вскрытие все проведем, пока можем. Мы решили назвать этот вид крисолидами. Полевые наблюдения показали, что даже новорожденные детеныши крисолидов могут наносить чудовищные раны. Так. Не только вроде я не умираю, если меня убивают первый раз, а вот второй раз истекаю кровью сейчас. Посмотрим, давай. Когда у солдата на задании впервые заканчивается здоровье, он не умирает, а истекает кровью. То есть он уже начинает истекать кровью. Ну, в любом случае, ты не умираешь, но истекаешь кровью. И время кровотечения, стандарт 3, оно же увеличивается на 2 со вторым сердцем. То есть 5 будет. Соответственно, не дает потерять силу воли при критическом. Но это не важно, у тебя и так все в порядке. Там с силой воли вроде. Вот, так что убить-то убьют. Ну, в плане... Положат, как минимум. На лопатки. Так. Улучшение пространственного зрения вот. И обработки зрительного образа дает преимущество при обстреле с возвышения. Хорошо. Имплантация второго сердца позволяет тяжелораненому солдату дольше продержаться без медицинской помощи. Угу. Вот так. Ищем дальше. Вскрытие, короче. Хитиновый покров, игольчатая граната, биоэлектрическая кожа. Я в жизни не встречал такое красивое и такое опасное существо. Красивое, да? В отличие от других инопланетян, этот образец можно условно отнести к членистоногим. Он покрыт гладким черным экзоскелетом. Длина крисолидов, как мы их называем, составляет почти 3 метра, если мерить от носа до хвоста. Когда они встают на опорные конечности, их рост достигает 2 метров. Им необходимо нападать, чтобы размножаться. Жертва крисолида не умирает, но превращается во что-то вроде зомби. А укусив человека, крисолид внедряет в его тело личинку, которая сразу же начинает развиваться. На весь этап созревания уходят считанные минуты. Скорее всего, вскоре на свет появляется новый крисолид, и тело носителя разрушается. Не понимаю, зачем пришельцам такое дикое и непредсказуемое существо. При встрече с крисолидами следует соблюдать крайнюю осторожность. Данные о способностях отдельных особей этого вида можно получить в бою. Легкая броня, изготовленная из экзоскелета крисолида, этот материал дает дополнительную защиту и значительно снижает урон, получаемый в ближнем бою. Кроме того, он достаточно жесткий, чтобы противодействовать оглушению.
Игольчатая граната, разновидность осколочных гранат, наносит эквивалентный урон на гораздо большей площади, но ее иглы не пробивают укрытие. А, следовательно, бойцы, укрыты от центра взрыва, от нее не пострадают. Угу. Кожа, второй вариант улучшения. А, кожа солдата излучает электрическое поле, оно выявляет ближайших врагов, не потревожив их. Также защищает от удушения. Кожа. Солдата излучает электрическое поле, выявляет ближайших врагов, не потревожив их. Насколько ближайших? Ну, одного полезно иметь, конечно, такого человека. Ну, давай берсерка тоже. Бойцы зовут эту тварь берсерком. По строению берсерк напоминает мутона. Однако, у него на генетическом уровне заложена жажда крови, и он вообще не заботится о собственной безопасности в бою. Угу, мы его один раз пока только встречали. Но противник он скоро будет частый для нас. Ладно, все улучшения уже потом. Бабок у нас немного. Крутим. Сейчас нам миссию должен дать. Ну, как быстро. А, боевой стимулятор, нейросмягчение. Практически все мы там уже открыли, да? У этой особи много общего с мутонами, которые встречались нам раньше, но при этом она другая. Она невероятно свирепа в бою, так что наши солдаты прозвали эту тварь берсерком. По физиологии берсерки очень похожи на обычных мутонов, но отличаются исключительной кровожадностью. А, берсерк бросается на врага, совершенно не заботясь о собственной безопасности. Такое необычное поведение наводит на мысль, что железы внутренней секреции этих особей подверглись генным манипуляциям. Если функция желез, которая отвечает за выработку андрогена, была усилена или изменена, поведение берсерка вполне объяснимо. Данные о способностях отдельных особей этого вида можно получить в бою. Боевой стимулятор. Сильно действующее вещество, изготовленное из секрета желез мутона берсерка, на время улучшает сразу несколько характеристик бойца. Прикольный ингалятор какой-то. Смягчение. О, это улучшение мозга пошло. Плюс 20 силы воли при защите от пси-атак. И иммунитет к панике. Если враг берет под контроль разум бойца, это всего лишь оглушает бойца на один ход. Сам контроль отменяется. Ну, как бы... Не, по идее, любому бойцу можно усилить мозг. Вообще, любую вот эту там из пяти на выбор частей внутренних органов можно усилить одним там из предложенных вариантов, из двух. Так что в целом это неплохо, если рано или поздно на всех применить. Ну, мы можем уже брать тогда блок питания, наверное, да? Давай, блок питания. По-моему, это даже самолеты какие-то хорошие нам даст делать. Что-то нам там дали. Игольчатая граната, да пока мне не очень нравится. По описанию. А, хитиновый этот нам дали, да? Так. Медпокет. А где эта штука? О, вот хитиновый покров. 68 стоит броня. Дополнительную защиту и снижает броню. Ну блин, давай одну. Ладно, деньги будут, купим. Пока ничего нет. Пока все в деньги, да, упирается. Угу. Знаешь, какие впереди инопланетяне? Или с такими серьезными свойствами их нет? Со свойствами в контроле разума есть. Будут. Будут. Так. Может, даже на базе будет такой. Нам его как раз покажут. Отлично. Ячейка Экзальт. Опять бабки украл. $1. Уже знаем, кого отправлять. Леви вперед. Секретный агент направлен для уничтожения группы Экзальт в Великобритании. Угу. Так. Сообщение из совета скоро. Мы получили сразу несколько Петербург. Вызовов. Места, где появились пришельцы, отмечены. Штурмовик капитан. Все еще впереди, значит. Да. Мы можем капитана получить штурмовика на халяву. Либо 4 НЖ, либо 4 ученых. Истоки ученых приятно забрать. По панике вообще пофиг. Типа, всех все стабильно, так что тут выбор только в награде.
У нас есть и спутники, мы сможем панику обработать. Ничего с этим не будет проблем, поэтому... Знаем мы, насколько у нас проблемы со штурмовиками, с капитанами, поэтому я бы даже перед штурмом базы все-таки взял штурмовика. Да, давай штурма, согласен. Петербург, поехали. Отряд плюс-минус тот же можно взять, мне он понравился. Можно только... кого-нибудь подкачаться. Там сложность небольшая будет. То есть можно кого-то взять подкачаться. А, например, вот Константина, да? 73. Ну, слабовато. Этого мы уже качаем. Давай, вдруг ей доктор выпадет, в принципе. Военврач как способность. Можем взять. Хотя 3 поддержки. 4 поддержки. Нет. Лучше разные классы иметь. Фрида. Слабенькая. Не хочу ее качать. Сделаем хорошего бойца. Надеюсь, еще по статам она хорошая нам попадется. Давай тогда вот эту. 2 штурмаша. Дробовик сюда. Так, так. Призрачная граната. Цель будем брать. Давай дугомет, чтобы, если что, захватить кого-то. Хадар. Кому-то можно прицел отдать. В принципе, у нас 3 аптечки есть. Прицел здесь есть. Можно на шан прицел повесить. Мышечная плотность. Давай вместо аптечки, наверное. Нормально. Нормально, поехали. Сложность высокая, так что, ну, не чрезвычайная. Это значит, она, по сути, ниже, чем... Поэтому... Готовимся к высадке, штурм 1. Ниже, чем могло бы быть обычно, поэтому, по идее... Ну что, в Петербурге? Пора. Да, пора. В Петербурге нельзя. Похищение, обсерватория. Людей пришельцами становятся все более дерзкими. Хулков, они конечно стали нападать средь бела дня. Давай. Противостоять им можем только мы. Надо торопиться. Давайте. Сейчас получим капитана. Сейчас придет от совета сообщение. Мы там бабки. Я касаю, не надо на меня вешать. Нормально все. Нормально все. У тебя там уже хороший как раз. Вот чтоб не быть косой, как раз и прицел нужен. Сейчас штурмаша получим, этих подкачаем, месяц пройдет, бабки дадут, вообще классно все будет, закупимся там и будем уже штурмовать базу, наверное, даже. Десантирование разрешаю. Ага, смотрим карту, 2 состава, мы в углу, крыша, да, обсерватория, ага, вот здесь конец карты, это на раз, вторая, телескоп. Ага. Где состав? Здесь по-любому жуки сидят. Здесь могут сидеть между ящиками. Между этими топливными баками. Состав палится. Нет, ну походу... походу пойдем через эти, короче. Через вот это здание. Беатрис? Навери, ходи. Ага. Так, сюда. Асан. Никого не видно. Есть вариант наверх. Мы вот так пойдем. Нам сейчас еще по-любому состав покажет там, где он находится. Вера, пока не двигайся. Уже иду. Там еще сюда. Шан. Сюда. Поттер. Давай сюда. Ага. Поняла. Завис.
Так. Ну подходите, Паша, пошто. Не торопимся. А Михтует опять на этой миссии будет, слышу, судя по шагам. А вот этот, где он был? Не показала вроде. А, вот он. Здесь... А, здесь есть дверь. Тогда надо туда врываться. Вот так вот, занять позицию и ворваться, и забрать состав. Это отлично будет. Здрасте. Так, яйца покрасьте. Шан, вот так вот, проверь, вот здесь. Никого. Ну, там наверняка почти враг какой-то сидит. Мы можем смело занять здесь позицию. Сюда. Человек с дробовиком. Веру бы. Тоже как-нибудь. Так, чтобы ракету туда запустить, если что, внутрь. Второй человек с дробовиком. Почти. Пойдет. Не обязательно в укрытие. Поттер сюда. В принципе, Шан следит. Так, вот, там сейчас как раз сюда может встать. Отлично. Сейчас ворвемся, соберем состав. Смотрю внимательно. Смотри. Мы здесь двинулись. Состав там второй. А, вот здесь где-то, да. Хорошо. Хорошо, врываемся. Ку-ку. Вижу группу противника. Здрасте. Он просто на месте стоять будет. Ага. Сейчас мы тебе ракету туда. От Веры. Не залетит? Походу не залетит. Сейчас. Вот как-то вот так было. Вот здесь же не было. Нет, тут неудобная позиция здесь для ракеты. А, вот. Вот, смотри, была. Сейчас, сейчас, сейчас. Три-три-три. Буквально миллиметр. Так, как должна лететь? Вот так должна лететь. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, давай, давай. Никак. Не можешь. Вот это вот. Вот так. Вот так можно. Вот здесь. Будем стрелять? Или не обязательно? В принципе. Чувак на боеготовности. Мы, кстати, можем, чтобы боеготовность не снимать, скинуть на всех. Ну, или на четырех, по крайней мере. Человек-призрачную гранату. К ним подойти. Сектоида захватить. Очень было бы неплохо вот одного такого оглушить. И допросить. С него там немножко плюшек может выпасть. Давай реально так сделаем. Нормальная тема. Блин, какая классная граната. Смотри. Вот. Так. А у кого дугомет? А, у тебя же и был дугомет, да? Так, тогда просто будем сейчас стрелять. Блин, тогда не получится захватить. Потому что не хочу ему давать ходить. Не, ну мы переживем как бы выстрел одного сектоида-то маленького. Он нам даже если ранит, там не намного будет. Скорее он бежит в дверь. Скоростью смерти. Выступаю.
Меня не видно. Меня не видно. Меня не видно. Все закрыто. 99. Стреляй. Бам, здрасте. Теперь меня видно. Так. Там сейчас. В принципе, Вера может подойти сюда, безвозмездно же, да? Она не видит, потому что врага, ее, значит, тоже не видно. Так он не должен заметить. Вот, хорошо. Пробовать пострелять. Ну, типа 74, это неплохо. Мимо, хорошо. Нам мазать нельзя. Вот так-то да. Так, Шан. Вот есть полное укрытие тут. Ясно. Так. Ты почему отсюда не видишь? Я не понимаю эту игру. Ну как? Ну серьезно? Ну он не видит его? Иногда меня добивают мои механики в этой игре. Немножко. Так, хорошо. Тогда дым, наверное, будем им кидать. Какой вариант там? Стреляй. Девятка. Шан. Ну, короче, либо Шан отсюда видит. Не видит. Все, хорошо, тогда... Тамвичес тоже не видит. Тамвичес может, знаешь что? На Overwatch поймать, у него часовой. Дэшан тоже может. Лучше дым. Так вот. Все. Распыляем. Феромоны тут всякие. В общем, Тамвичес ждет, этот чувак будет двигаться. Будет двигаться немножко не тот чувак. Ладно, он нас стрелять хотя бы не будет. Давай. Вижу группу противника. Там еще стреляет. Попади. Красава. Они отходят. Так, стремительная атака. Какие-то феромоны пошли. Баф пошел. Так, а ты на боеготовности сидишь? Я вот этого не заметил. Так, что видят наши товарищи по команде? Сюда. Так, ракета, ну понятное дело. Тут далеко не сотка. Вера может сюда пробежаться, если ей надо. Пока сидите. Ясно. Да, у него была боеготовность. Тварына. Мимо. Я под огнем. Надо запоминать, что они всегда по стандарту. Ну, не то чтобы я знал, что делать в любом случае. Даже если бы я, как бы, я предполагал это. Мне все равно надо этого чувака убивать. Надо убивать. Мы снижаем щит. Убираем с него. И тем не менее, то, что мы сняли боеготовность, мы из-за этого можем спокойно по нему работать. Не забываем, там маленький чел в виде сектоида. Сначала заходим теми, кто далеко.
Вера. Ты можешь дать гранату, взорвать стену и дать обзор по маленькому сектоиду. А можешь пострелять в него, и у тебя тепловые патроны. Да, блин. Быть не может. Может, может. Так, хорошо. Отсюда он по-любому не заметит, Поттер. Стрелять он ни в кого не может. Пока что. Отсюда заметишь? Но опять же, вот эта вот тема с углами не всегда работает как надо. В идеале вот сюда разбежаться из дробовика, увидеть, пожалуйста. Ну серьезно, спасибо. Так, там вещи желательно оставить на Overwatch, если будет такая возможность. Я не уверен, что он тут увидит. Если встанет. Поэтому надо вставать где-то. Наверное, вообще сюда можем, типа, встать. Ну, тоже, блин, не факт. Это заберем на следующий ход. Ладно, давай в открытое место вставай. Да блин, ты не... Вот он даже отсюда не видит его. Ну как так-то? Как это работает? Как это работает? Ладно, Шан. То есть он будет ходить. Можно ему дать сапресс. Можно дать дыма. Это существенно снизит его точность. Можно вот здесь дать дыма. Хотя мы все тут практически без укрытия, кроме Веры. Самый тупой враг, если честно. Всегда с ним какие-то проблемы. Ну, типа, да, до 6 урона. Сейчас даст 5. Шан даст тоже, типа, 4, например. И мы его не добьем. В итоге нам надо будет... Шпоттер его не видит, конечно же. В итоге нам надо будет решать. Точнее, надеяться на что-то. Поэтому мы можем... Мы даем, наверное, здесь дыма. Даже... Вот так. Отходим. Даем дыма. Шан, есть вариант подавления, есть вариант отойти. У нее много хп, она может втанковать. Давай просто ему снизим меткость. Все в порядке, думаю, с ней будет. Ну, Поттер на боеготовность. Да, сиди. Может, это его как-то немного... Он в ответ стреляет. Промахивается. Еще и на боеготовность стоит. Так. Отлично. С боеготовностью работать можно. У нас тут штурмаж стоит.
сразу стреляет. Раз. Нам нужно сейчас не двигаться и при этом убить. Вера. Давай. Этот готов. Сейчас все окей. Окей. Срочно нужны патроны. Срочно патроны. Так. Теперь мы подходим к составу. Есть. Забираем его. Кидаем сканер боя. Чтобы проверить, где там маленький сектоид. Он ходил за ним. Мы его не убивали еще. Вот он. Все, пусть сидит. Ну, типа я не буду стремиться его прям отсюда как-то пострелять. Потому что я хочу вот этой дамой подойти к нему и его попытаться захватить. Как раз таки. Поэтому мы можем просто сейчас принять укрытие. Он еще может на овервотче быть. Лишний раз не экспериментируем. Поттер сидит. Шанс сидит. Хрен он нас тут заметит. Перезарядка. Перезарядка. Рок-н-ролли. А где еще? А, вот он. Второй состав, слушай. Может, мы отправим нашего товарища туда? Вещество 2 забрал. Так. Еще бы был он в какой-нибудь невидимой коже, и вообще было бы супер. Да. Ну, можно им просто подвинуться. Почему второе вещество там? На перезарядку идти. Смотрим. Просто бы и готовит. Крыша обсерватории уже валивается. Мы типа на пофиге можем к нему подойти, впитать его там по 3-4 урона максимум. А можем его убить. И не экспериментировать. Но я очень хочу его захватить. Это чуть ли не идеальная возможность. Но мы рискуем. Опять штурмашом ставить его сюда. Опять вот эта вот тема с захватом. Когда, если не сейчас? Давай так. Если что, у Веры есть ракета. Смотри, вот кидаем дым. Раз и раз. Если что, гранатой можем всегда добить. Ну или подойти кем-то. По идее, если бежать через дым, то все должно быть в порядке. Здесь укрытия нет. Подойдем просто поближе. А, двоечка всего осталось. То есть, если я туда и успею, то это прям рвать когти надо. Давай. Глушения не было, но... А он не стрелял по нам? Удобно. Есть вариант забрать? Состав. Ну, только если прям рисковать, не хочу. Поехали. Отсюда ты не видишь? Ну все тогда. Давай. На, жри! На, жри, давай. Вот так. Не получилось забрать маленького. Тогда. Тогда будем здесь. Побезопаснее зато. Есть вариант наверх, кстати, подняться. Там ведь, кстати, очень может пробежаться. Хорошо. Но это опасно, опасно. Риски неоправданные, согласен. Так как она уже, в принципе, все палит,
Если мы сюда на крышу прыгнем, затамиваться ничего не должно случиться. Она, в принципе, уже больше видит. Сейчас мы только позицию улучшим для нас. Вера. Может подняться, может перезарядиться. Поняла. Может встать сюда и перезарядиться. К бою готова. Ага. Ясно. Буду на чеку. Так, мамочка Шан. Мамочка Шан куда-нибудь идет. Тоже, наверное, наверх давай. Я уже там. У нее ноги, по-моему, качаные. Вот, хорошо. Хорошо прыгает Шан. Берсерк, походу. Все, пусть он сгорает. А мы тем временем пойдем. У нас еще есть один вариант оглушения. А тут Поттер еще далеко достаточно. Ну, будем потихонечку, короче, двигаться. Да, давай вот сюда. Костя. Враг там? Или тут? Ставки. Вера. Сюда. Выдвигаюсь. Вижу цель. Блин. Вера заметила, хорошо. Так, один спрятался. Спрятался. Что здесь? Что ты мне показываешь? Нету там ничего. Так. Так, пофиг на этого мутона. Мы его даже не видим отсюда. Мне нужно 100% попадание сначала, чтобы привлечь его внимание. Так и думал, что у вещества. Да это да. Шан 93. Сто, давай. Бам. Да, если бы он побежал, увидели бы его раньше. Это правда. Так, теперь мы его видим? Нет. Беатрис Чавес еще его не видит, хорошо. Стреляем так. Давай, рожа. Сейчас он еще ближе подойдет. Мы все в укрытии. Боже, Шан. Шан, не делай ничего. Шан запаниковала. Все в порядке, Шан, еще ничего не произошло. Слушай, его можно допросить? А мы отсюда не можем. Жаль. Оставлять его в живых нельзя. Давай. Это махина только так, но... Урона 10 как минимум нанесет, мне кажется. Прости. Так, 65. Поттер. О, Поттер видит. Со свинцовым дождем он два раза стрелять может. Отлично. Ура! Палач. Ура, палач. Все, давай, контролируй. А ты, товарищ, знаешь, что можешь сделать? Это последний пак, велика вероятность. Но мне ничего пока не остается, кроме как... могу, конечно, попытаться его обойти. Он не попадет все равно с Overwatch'а, он с дробовиком. Я уже там. Допросить нельзя, он же рядом был. Он был недостаточно рядом, у меня там одно действие было, то есть я даже если бы стрельбу на бегу прожал, то нельзя допрос делать, когда ты стрельбу на бегу прожимаешь. Вот за эту девочку. А здесь радиус у него вот примерно, мне нужно было куда-то вот сюда подойти, тогда да, смог бы. Утона мы уже допрашивали обычного. Так, он убежал.
Ну, типа... У меня есть сканер. Давай. Сканируй сектор. Сканируем, хоп, бля. Найс, просканировал. Так. Так, ну мы можем просто, типа, не торопиться. Давай. Так. Никого. Хочу ли открывать дверь? Пока нет. Ясно. Буду на чеку. Вера контролирует сектор. Это дама. Что с тобой сделать такого? Ты можешь сюда пойти. Значит, лучше в глухую оборону сядь. Усиль защиту. Опа. Нет, это был не последний пак. Хорошо. Бой готовность. Кто его видит? Ты видишь. Ты видишь. Это не очень хорошо. Так, мутон. Маленький сектоид его заметит. Снайпера у нас нет. У нас есть выстрел с RPG. Но очень неудобный. Очень неудобный. Есть вариант поймать маленького. Да-да, кстати. Пока он, правда, далеко очень. Типа, чтобы Пунтона заметить. Вот так. Вера все равно в такой позиции, что фиг ее тут найдешь. Плюс я туда сейчас дым наверняка буду кидать. Мне надо отходить этой Чавес. Но если он попадет, это, конечно, будет F. Так, там мутона нет. А где ты? Что-то мне показалось, что типа состав. Там ведь задымление. Дым! Дым! У Чавес есть веский повод рвануть сюда. Ну, типа, на рывке у нее еще плюс немножко меткости. Ой, в смысле... Не меткости. А у ворота. Прокачивается. Так. Поттер. Поттер отсюда не видит, поэтому пусть он сюда встанет. В следующий ход ему будет удобнее стрелять. Я ничего не делаю. Данил, это хорошо или плохо? Как думаешь? Так, вот сюда. Давай, рви. Ну, типа... Да. Мимо? Мимо. Мимо. Не знаю, возможно, там шанс не такой большой был. Плохо. Вот. Так. Шан. Шан может просто уйти в глухую оборону. Чтобы, если что, это твары на ее не это. Давай. Ты, товарищ, сиди. Контролируй.
контролируй сектор. Если что, обойдешь. Так, он двигается туда. Хорошо. Велика вероятность, что он снова на Overwatch стоит вот здесь. Это идеальный момент, чтобы отойти верой и иметь более... У нас крыша, у нас обсерватория, у нас крыша, у нас есть возможность адекватно поработать здесь. Забираемся спокойно. Кемперим. Если он сейчас мутон обнаружит, ему никто не поможет. Проблема. В этом. Так, ну всех остальных. В принципе, в той же позиции оставляем, да? Здесь только перезарядочку. У них ракет нет, я надеюсь. Там здание рушится. Пошло усиление, сейчас мы увидим, где и большой, и маленький. Вон они там. Так. Они рядом стоят. Здесь наверняка вот это большой стоит. Наверняка он стоит в Overwatch. Я его манал. Вообще. У нас снайперов нет. Просто мы, ну, продолжаем, мне кажется. У нас нет ни этих, ни гранат. Я не хочу рисковать. Типа, рано или поздно они двинутся. Мы можем обойти. Вот так. Вариант. Но опасно. Ну ладно, давай побежали. Тихонько. Там ясно. Час... Начинаю наблюдение. Ясно. Буду на чеку. Так, Вера. Теперь, кстати, Вера может накрыть ракетой. Их. Ну, практически. Маленького причем может. Но это не надо. В данный момент делать. Там мутон, все еще помним. Этот товарищ у нас на мутона работает. Плохая идея бежать. А мы вот посмотрим. Вот он, мутон. Бам. Корректирую огонь. Там тебя и поймают. Но расчет на то, что я маленького захвачу. С мутоном разобрались. Значит, мы освобождаем. Освобождаем нашего... этого Санчеса. Так. Ну, мы на крыше за укрытием. Да, он, конечно, может попадет разок, но... не так критично. Прижимять-ка. Плюс на нем щит. От сектоида. Я пустой. Если ты просто встанешь, будешь молодцом. Во, он на фул пошел. Знаешь, что значит? Ничего, потому что маленький сектоид сидит вот здесь. Вот здесь. Мы, значит, можем вот сюда пробежать. А вот можно, чтобы... ну ладно. Сейчас мы щит снимем. Останется только маленький сектоид. Вера. 94% Вер. Ну, можно осколочный увеличить урон. Но Вера очень хороший урон наносит. Давайте у кого? У Поттера, по-моему, с первого выстрела. Свинцовый дождь снимает щит. Дальше Вера стреляет, наносит огромное количество урона. Девяточка пошла. Дальше Тамвич стреляет. Как самый опытный. Ни хрена он не стреляет. У него патрон нет. Так. Ладно, оставим тогда его с его пистолетом. А, Шан. 100%. Let's go. Критическое, отлично. Поттер. 100%. Ай, 2. Все, отлично. Тактика выманивания сработала. Так. Вафли. Ага. И остался маленький.
маленький сектоид. Сейчас получит. Большой-большой сюрприз. Здрасте. Вот он сидит, мы его не видим, он нас не видит. Он нас не обойдет, так что мы его будем пытаться. Там сейчас перезарядка. Продолжим. Ага. Здесь его тоже можно оббегать. Но имеет ли большой смысл с дробовика тут что-то пытаться сделать? Задело. Так, разве что в окно посмотреть. Надо, надо его захватить. Так, вот он ближе подходит. Боеготовность. Ну... Видите его радиус. То есть нам на одно действие нужно сделать так, чтобы подойти. Иначе мы не сможем оглушать. Надо нам как-то так. Ну вот так примерно. Мы просто можем сейчас сильно усилить защиту свою. Во-первых, дым. Чтобы, ну, он лишнего урона нам не наносил. Хотя это, конечно, излишне. Шан. Можно спитаться с пистолета, нанести ему... единичку урона. Вот если он еще дальше побежит, мы его поймаем. Ну, буквально двоечку, единичку, не знаю там. Так, он еще ближе подходит, Overwatch. На рывке бежим ему взад. Да, нанесет немножко урона, скорее всего. Может, не нанесет. Да, мимо, ну вообще хорошо. Вообще хорошо. А, я забыл эту стрельбу на бегу включить. Ладно. Тогда так. Что тут, вариант небольшой. 70%. Дамвич. Есть вариант не убить его. До 3 единиц урона. Не убить. Отлично. Дальше. 80%. Ну дальше экспериментировать не будем. Давай уже 80 и так. Деспасито. Так. Оглушение, отлично. Шеф. Все готово. Да, отлично, отлично. Маленького поймали. Это значит, что мы сможем потихонечку двигаться к способностям порабощения разума. И это очень хорошо. Они бы нам пригодились. Ну или как минимум. Всяких такие там устрашений. Опа. На победу. Отличная работа, шеф. Там Вичес. Поздравляю, повышение до полковника. А, голографическая метка при стрельбе огне на подавление увеличивает меткость союзников, атакующих те же цели на 10. Все предметы с ограничением по числу применений можно использовать еще один раз. То есть дым 4 раза. Гранату 2 раза, скажем, да? Обычную какую-нибудь. Аптечку не один, а два раза. Либо голометку, которая повышает. Типа, ну это такая, скорее, капитанская способность. Если он стреляет по кому-то, то
то увеличивает по нему меткость всех, кто по нему будет стрелять. Приятно, если особенно цель жирная. А у него меткость очень хорошая. Ладно, вторая аптечка не стоит этого. Давай метку. Ни у кого из нас больше метки такой нет. Это уникально. Крест бы его убрать. Да. Ну вы даете. Передавайте парням мои благодарности. Я понимаю, что ловить их сложно, но можете не сомневаться, труд не пропадет даром. Надеюсь. А, капитан Владимир Морозов из прямиком из Петербурга, штурмовик. Сейчас будем с ним знакомиться. До связи, командир. До связи. А, да, кстати, там сейчас надо будет отправлять уже прям вот скоро. Да что скоро, в принципе. В принципе, сейчас можем отправлять. Чтобы не пролюбить момент. Спутник запущен. А здесь сюда. Германия сюда. Спутник запущен. И Бразилия. Модули спутниковой сюда. Связи работают на предельной мощности. Альтернативные методы вскрытия и допроса выполняются мгновенно. О-о-о. Какой классный бонус от Южной Америки пришел, слушай. Вскрытие и допрос, а мы все это доложите время тратили. Обстановку. Ну сейчас, прием. Кстати, допрашивать, наверное, будем. Повторите, вообще отлично. Я вас не понял. Что там не понял? Так. Европа у нас без укрытия спутников. Нам осталось всего два спутника для полного покрытия. Для полного счастья. Мы их в следующем месяце благополучно. Так. Собственно, отправим. Давай, наверное. Хватит мне столько? Мне надо отправить корабль в Европу. А, ну да. Хватит. И лазерную пушку купим. Вообще отлично будет. Так. Так. Мачо Владимир Морозов. Может его наименовать? Ни хрена себе Дюк Нюкен такой, конечно. Владимир Морозов, 6191, капитан, штурмовик, стрельба на берегу. А вот и голометка. Против приспособленца. Может вести ответный огонь без снижения меткости, ответные выстрелы могут нанести критический урон. Да, смотрим дальше. Спасатель нет. Близкий контакт, да. Мастер ближнего боя. По врагу, находящемуся в радиусе 4 клеток, без режима боеготовности. Прикольно. Но бегал огонь лучше. Два раза выстрелить с дробовика, это слишком убойно. Вызов. Урон критического попадания увеличивается на 1 за каждого противника. Поле зрения. Либо шанс критического попадания увеличивается на 10. Шанс, когда мы с фланга обходим с дробовика, у нас и так ближе, приближен к 100. А вот урон повысить приятно. Голая метка, близкий контакт, беглый огонь и вызов. Здравствуйте, Владимир Морозов, мачо. Какой ты, конечно, мачо. Мачо. Можем его как-нибудь назвать, но не знаю, если... Если есть идеи, кем его можно назвать, то предлагайте. Так. Крутим. Обнаружен объект. Аргентина, объект не опознан. Давай, чё. А, просто тарелка села. Чистая, вообще даже сбивать ее не надо. Это мы сейчас столько полутаем. Кайф. Там ведь, мне кажется, отдыхать. Идет. Три штурмаша. Надо ли нам три штурмаша? Капитана Морозова проверить как раз действие. Давай вот так.
возьмем снайпера нашего на эту миссию. Так. Такое. Лучше цель. Дайте мне прицел, у кого можно забрать. Двери без, и без прицела классно, в принципе. Бери призрачную гранату. Так, сюда прицел. Снайперу. Дальше. Штурмаш. Так, так, так. Тугомет. Лучше респираторку, кстати, собрать, создать вторую, мне кажется, на него. Третью даже. Там сейчас одна аптечка. Шанс снятия. Ага, две аптечки, все, поехали. Поехали. июля 2015 года. Ну какой. Теперь поле. Отправляемся в Аргентину. Похоже, пришельцы решили ударить туда. Корабль пришельцев совершил посадку. Похоже, есть признаки наличия НЛО состава. НЛО совершил вынужденную посадку в деревенской глуши. Нужно зачистить район и уничтожить всех лунатиков, пока не поздно. Согласен. Вероятно, весь экипаж готовится к наземной операции. Надеюсь, нас тут это, как бы, жоп не порвут. Надо быть аккуратнее, на самом деле. Штаб, я рейнджер. Мы на позиции, ждем дальнейших приказаний. Вас понял, рейнджер. Штурм один, разрешаю высадку. Подходите бедные к объекту осторожно. Бедные животные. Ого, слушай, так это большой корабль-матка, что ли, приехал? Смотрите, какой он большой. Это необычная тарелка. О, как интересно. Снайпер, стой. Ну, пойдем как-нибудь отсюда. Сделаем. Давай. Слушаюсь. Двигаюсь к точке. Я пошла. Ой, Каос. Скоро буду. Так. Ага. Не торопимся. Сейчас узнаем, где состав. Какие-то капсулы. По-моему, опять людей каких-то собирают. Типичный Mass Effect. Так. Тарелка, кибердиск, слышали? Он будет тут. Теперь Хасан. Я обо всем позабочусь. Давай сюда. Состав сюда. Здравствуйте. Вера. Слушаюсь. Поттер. Я здесь боюсь идти, лучше вот здесь, где проверенное место. Из укрытия, конечно, здесь. Выполняю. Нормально. Снайпер кайфует пока. Бегом! Так. Это мутоны, по-моему, пошли. Так, ну давай, проверяй. То, что надо. Так нет, это я не успею. Это я никаким образом не успею. Сразу надо было бы рвать когти. Туда. Ага. Сиди. Шанс. Пора пробежаться. Так. Выполняю. Вера.
Вас понял. Снайпер еще может сюда дать ходу. Ага. Пофиг на состав вообще, пофиг. Может реально быть опасной миссией. Слышали что-нибудь? Идут. Прям вот как будто. Прям вот здесь, как будто где-то ходит. Состав сгнил. Хасан, проверяй. Внимание всем! Ух ты, ёпо, наш ты мать, ни хрена, у них там тусовка. Секунды вылезайте! Нормально. Так, ну никто не в Overwatch. Это радует. Здесь я, если что, могу отбежать хотя бы сюда. Ну, блин, конечно, беднягу. Ну вот как так? Как это? У нас сканера. Да, у нас даже сканера не было. Мужик, конечно, может тут разобраться прям хорошо. Они еще могут гранаты кидать, кстати, да. Опа. Я тоже умею гранаты кидать. Ну типа не, ну его в баню. Что я, конечно, все понимаю. Ну вот так. Так, а там будем смотреть, что они будут делать. Прости. Поменяем позицию немножко. Снайпер может отойти. А может и стрельнуть. Может дважды делая. Может дважды сделать любой выстрел, если раньше не двигался. То есть может просто выстрелить. И отойти, да? Ну да, в принципе. Почему нет? Хотя ему лучше бы на 2 отойти. Ну тогда веру мы оставим там. Не, ну вряд ли они столько пройдут, еще будут стрелять. Так что давай стреляй. Причем, наверное, не в него, а в мутона. Давай. Там у них красава. Гач-тусовка. 13 крит. Хорошо. Двойной выстрел поехал. А, двойной выстрел, но это не значит, что я могу ходить. Ладно, так. Тогда его не трогаем. Давай вот в этого. Хорошо. Так. Мутон не дойдет. Ну, да, по нему, может быть, постреляют. Конечно. В теории я могу дать гранату, и все будет хорошо. Так. Что мы имеем? Троих. Мачо может пойти сюда. И в, ну, он в инвизии его не будет видно, он типа будет здесь стоять, и на следующий ход он будет иметь возможность, ну, как бы у него появится возможность вообще хорошо так им в тыл зайти. А, либо обосраться. А, одно из двух, потому что, ну хотя здесь, думаю, если кто-то там и будет, то они будут дальше. Давай зайдем в тыл. Слушайте, вам не кажется, что это тот же корабль, который похищал людей? Да, матка. Может, мы какие-то секретные сведения найдем. В общем, все, мы никого не обнаружили. Прекрасно все. А, остальные отходят.
Половинчатые укрытия, это, конечно, ультра... ультра фигово. Что надо делать? Сейчас мы сначала всех поставим. Шан. Мы можем просто здесь остаться на пофиге. Здесь все равно два чела, которых нужно прикрывать. Типа. Можем ближе подойти. Не, рассредоточиться лучше. Половинка лучше, чем ничего. Тоже верно. Шан летит. Так, давай-ка мы... кидаем дым. Типа мы прикроем снайпера. И это вообще... снимает с нас невидимость. Это не снимает с нас невидимость. Это очень хорошо. Хорошо это знать, как минимум. Что дым можно кидать спокойно. Не трогаем его. Overwatch я тоже боюсь жать, потому что лучше просто ничего не делать. Может пострелять, они ее заметят. Сейчас они просто подойдут. Вот раз действие, два действия. Молодец. Они сдвигаются. Раз действие. Два действия. Этот сделает тоже два действия. Куда ты бежишь? Хрена себе, как вы касатики, сейчас я вас... на орехи. Раскалю. Так, еще там, ребятки. Зов крови. Так, зов крови здесь был, то есть мутон здесь. Ну, как бы да, да. Вере половинку нужна. Надо в укрывашку пойти. Его можно на допрос отправить, кстати. Как? Ну, вот этим Владимиром Морозовым. Надо его подманить. Владимир здесь все почистит. По идее, если он... у него тут три выстрела с дробовика в ближнем бою, они без шансов. Он может пойти с ними разбираться. Ну или типа, по крайней мере, он может дать вид для снайпера, да? Shadow Fight 2, знаешь? На телефон мобильная какая-то вроде, да? Выбор стоит из того, что я сюда дам вид для снайпера. Снайпер сможет пострелять. Снайпер и тут сможет пострелять, но там хотя бы. Мы сколько убили? Одного убили, одного накалили. А, вот он накаленный как раз. Еще двое там бегают. Короче, не вариант. Лучше его сюда уж. Хоть как-то. Да, вроде там какие-то тени, да, что воюют. Не знаю такую тему. Значит, Вера отходит. Снайпер. Ну, конечно, хочется отойти, но... не все так иногда сказочно. Сотку проверяй. Пум. Семерка, хорошо. Бам-бам, бью в грудь.
Ой, все залагало. Мастер ближнего боя. Ха. Перк на снайпере. Тут работает раз. 1000 лет. Мимо. Черт. Понятно. Враг еще дергается. Я пустой. Так, отлично. Сейчас Поттер из-за палача, из-за свинцового дождя должен хорошо пострелять по этому мутону. Поттер. Надо попадать, Поттер, так. Вера может дать гранату по двоим, одного гарантированно убить, одного ранить. С этим ребята разбираются. Хасан. Хасану просто лучше отойти. Мне кажется. Ладно, давай сюда. Где? Близкий контакт. Первый выстрел в радиусе 4 клеток от цели не считается действием. Несовместим со стрельбой на бегу. Мы стрельбу на бегу не делали. Уводи ребят, боюсь за них. Да-да-да, стараюсь, как раз думаю. Шот. Отлично, вот она, голографическая метка поехала. Ну блин, вот я же в радиус входил, у меня должно было быть действие. Не, убил хорошо, но... Почему игра работает как-то не так, как хотелось бы? Один, жесть, Вера. Давай, убивай. Так, хорошо. Быть не может. Может. Вполне себе может. Сотка, кстати. Здесь 88. Шан может отойти. За полное укрытие. Кого видишь? Всех видишь. 83. Давай пробуй. Красава. Прощай. Так, хорошо. Он в дыму, вот и не видно мне. А, слушай, точно. Да, он же в дыму. Это из-за этого. Против нас тоже работает в определенной степени. Ну ты, дружище, с дробовиком должен. Вот отсюда-то должен его попасть. Пятерка гарантирована, но с дробовиком будет еще гарантированно. Мы все тут типа сидим. Не особо в хорошем укрытии. Так, 85. Аж ты ж тварь. Может и... Пятерка. Реально урона не хватит. Пятерка. Да. Недорасчет. Ой, просто шотнул рядового. Ф. Хасан. Хороший был чел. Так. Херли. Да. Так. Дальше. А мы добиваем за Шанджи. Нет, мы добиваем за Поттера. Потому что свинцовый огонь, свинцовый дождь. Сюда. Парач, палач. Парач, палач. Так, отлично. Вера остается. Морозов. Выхожу. Вид давай. Ну, боеготовность, конечно же. Мимо. Второй где?
Второй вот. Надеюсь, у вас не 10 овервотчей, да? Спасибо. Так. Один без укрытия, что ли, сидит? Как-то он так странно сидит. Так, Вера. Где они были? Второй-то где? Вернее, почему снайпер его не видит? Да блин, без патрон. Поменять бы там потом Поттеру язык, так смешно по-немецки ругается. Тогда, так. Давай вот эту фигню кидай. А вот сейчас будет больно. Вижу противника. Да ёбана ж ты мать. Серьезно? Мы их даже не видим. Ну, боеготовность, ладно, пусть он там себе кайфует. Он его не заметит. Мы можем сломать вид просто. Так, спрятаться. Здесь засесть. Шан, значит, сидит. Ясно. Пацан сидит. Продолжим. Пацан лежит уже, точнее. Наоборот, сделать всем разные языки, а то похожие фразочки надоедают. Можно, там не такой большой выбор. На самом деле. Поттер, предлагаю тебе перезарядку и остаться в таком не очень хорошем укрытии, да? Не, Поттер, давай-ка вот так. А вот Шан в полном укрытии, может быть, готовность. Привет, Эндрю, помнишь меня? Алстер, впервые приветствую, помню. Помню тебя. Так, раз действие, два действия. Шан, здравствуйте. До свидания. Теперь не рыпнешься. Точно. Бедные коровки. Так, и чего? Нет, я больше не хочу этим товарищам проверять до того, как я его полечу. Что там насчет укрытий? Давайте мы просто будем стрелять снайпером. До свидания. Ура! Ты сиди. Веру я бы, может, даже чуть отвел. Она как-то прям так на открытом сидит. Пусть они сами к ним, ко мне идут. Мне не горит. Okay. Так, здесь перезарядка нужна. Двигаюсь на позицию. Ну, с полное укрытие гады. Можно так. Шан. Кайфуй. Готовность номер один. Ты кайфуй. А он типа обойдет. Он типа обойдет. А когда он обойдет? К бою готово. Вообще пофиг. Курим. Повеселимся. За дело. Перезарядимся, никто нас не торопит. Так, вот он уже здесь. Ну, кажется, судя по индикации. Нет, нет. Диск. Диск. Диск, диск, диск. Так, здрасте. Показался. А вот здравствуйте. Снайпер. Оп, стрельба по тарелочкам. Ой, а можете его не убить, а то он взорвется еще, не дай бог, рядом с нашим Васей. Не убить. Спасибо. Так ты же лучше. Молоко.
Они тронули! Вперед! Ты стрелять будешь? Я в порядке! Ладно, мы его стабилизируем. У нас есть медпакеты. Два. Но это бесит реально. А как мне с ними работать? Типа, а что они от меня хотят? Давай крит. Бам. Снял его. Ты же не умрешь? Нужны боеприпасы. Все в порядке. От этого взрыва. Шан, проверяй. Мы три пака уничтожили, тем не менее. Этого сейчас стабилизируем, успеем. То есть, по-любому, там либо бы... Они бы сидели в бесконечном овервотче, состав утрачен. И, типа, ждали бы меня, я бы пошел, меня бы так подстрелили. Либо вот они как-то, я не знаю, магическим образом. Меня не видно. Выполняю. Тихонько подходим. Поттер. Давай, наверное. Ихкимгаз. Вот это вот все. Боеготовность. Сейчас мы. Готовность номер один. Опять очередного нашего штурмовика. Попытаемся спасти. Но вроде должны успеть. Не обнадеживает. Так. Снайпер, перезарядка. Ничего он тут не сделает. Шан, просвети немножко. Никого. Все, хорошо. Вера. Все хорошо. Следующий ход, значит, должны спасти. Сидим, сидим. Четыре бойца у нас осталось активных. Они, если что, если их... Ну, они просто стабилизируют. Это значит, типа... В конце операции просто он эвакуируется. Вот устойчивость. Не дает бойцу в критическом состоянии умереть от потери крови. Д. Состояние стабильное. Мужчина крепкий у нас, Владимир. С Петербурга. Можно реанимировать. А реанимировать тоже можно, но это... Уже, мне кажется, какая-то способность. У нас таких нет. Как нам на штурмов? Не везет, а то. Смотри, один здесь, второй лежит. Вот наши два штурма, которых мы взяли. Удивляюсь, конечно. Лишний раз давайте не двигаться. Есть внимание. Возьмем паузу. Номер один. Пока там у Поттера. Буду на чеку. Пока Поттер занимается перевязкой. Здрасте. Шан. Ой, не Шан, Лиса. Вера. Мимо. Этот подранок какой-то там бегал где-то. Чё он там делает вообще? Собака такая. Еще и стреляет. Конечно. Конечно. Снайпер. Шотни его, пожалуйста. За Веру. Вот так. Прощай. Так, хорошо. Вера, беги. Шан. Шан. Лечи. Хотя у Веры кости, утри так-то... Сопли и в бой. Шан говорит, Вере, утри сопли и в бой, да? Хорошо, здесь просто сидим. Пока Вере сопли утирают. Здрасте, спруты остались, походу. Ну типа, просто ретируйся. Женя умеет подбодрить, а то. Координаты получены. Все, просто друг друга прикрываем. Ясно. Спруты это не самое страшное, что нас могло бы ждать.
скорости. Ну не все же разряжайтесь. Ну, молодцы, конечно, не все. Поттер такой. Где? Почему все в меня стреляют? Предатели. Опа. А это что такое? Что ты делаешь? Снайпер, а ну. Какая-то атака у него дальнобойная. Первый раз вижу, но, видимо, не увижу. До свидания. Снайпер работает. Вот, отлично. Есть! Еще кто-то есть. Ну да, недаром большой корабль, мы 4 пака уничтожили. Все равно еще кто-то есть. Можно начинать. Живой. Выполняю. Двигаемся. Все готово. Угу. Повеселимся. Да, капец, как весело. Лишний раз не будем двигаться. А, так, Шан, Поттер, сюда. Все, наконец-то. Вроде как очистили место. Вот туда теперь надо идти. Здесь вообще никаких укрытий. Выполняю. Уже иду. Эх. Да-да. Снайпера сразу двину сюда. Столько их убить, и всего один умер. Ну это верно, тем более какая там гач-тусовка была из этих мужиков, которые по сути нам один чел по нам пострелял, вот который в тебя попал здесь, то он там, я не знаю, пол корабля отбежал в страхе. Так, давай. Шан. Я пошла. Двигаюсь на позицию. Вера. Снайпер. Как мы пойдем? Я, конечно, могу наверх залететь, но мне ничего не будет видно здесь, поэтому мне надо вот, вот здесь как-то ходить. Как-то вот здесь ходить. Ну вот сюда. Встань, нормально будет. Пока что. У нас еще есть дым, есть ракеты от Веры. Начинаю наблюдение. В принципе, о, аптечек нет, поэтому... Ты сейчас на компьютере играешь? Сейчас да. Скомчик первой части на PlayStation нет. На первый, по-моему. Точнее, на четвертый. Не знаю, кстати, выходил ли вот именно. Второй XCOM, знаю, есть. У меня даже он куплен. На PlayStation. Первого нету. Так, ну, пали. Никого. Здесь надо пару бойцов кинуть. Я пошла. Пали. Никого. По-моему, еще дрон где-то летает. Маленький. Я бегу. С кибердиском. Там кристалл сидит. О. Очень надеюсь, что кристалл. Выхожу. Ну, подходи. Буду на стороже. Пока. Давай пока, Данил. Сколько сейчас времени? 7:30. Нормально. Ага, кристалл там. Ну, мне кажется, не кристалл. Но вроде никто не топает. Это уже хорошо. Прям по центру, что ли, идти? По стеночкам? Нет, давай лучше по левой стене пройдем. Я пошла. Вот здесь вот так дойдем, там ворвемся и нормально. Здесь я не хочу открывать двери. Никуда не торопимся. Двигаюсь к точке. Спокойно идем. Можно вот, вот сюда. Ага. Так, и Поттер. Уж куда-нибудь встань. Так, мышка, давай, можно мне? Вот сюда. Ага. Держу сектор. Удачного стрима, дружище, Князь Геймс. Благодарю. Готовность номер один. Направляюсь на точку.
Координаты получены. Я просто, правда, очень не хочу рисковать. Понимаю, что, скорее всего, там осколок. Но корабль большой, как бы. Может, и не осколок. Мониторю сектор. Что это за звук? Может, управлять у этого корабля явно быть немножко... Слушаюсь. ...повлаственней. Можно так сказать. Уже иду. Ясно. Буду за наблюдение. Дошли? А где он может быть? Вот в этой зале? Или здесь? Поняла. У них там установлены баки. Вы давно обедали? Короче, держитесь. Думаю, в этих баках они поддерживают жизнь подопытных. Так, а при чем тут обед? Я не понял. Уже иду. Лайкаус. Так, давай сюда. Снайперу. Ясно. Начинаю наблюдать. Номер один. Жизнь подопытных. Играешь еще? Еще да, штурмуем. Мазершип. Так. Давай. Прости. Какое классное тут ядро. Вырвет, потому что. А так он здесь. Надо вот в эту, наверное, идти. Давай тогда. Вера чек. Хорошо. Шанс чек. Шанс, кстати, повышается до майора в конце этой миссии. Поздравляем, Шан. Так. Снайпер. Спешу. Спешит. Гляжу, номер один. Я пошла. Гуляем, а то. Обмываем звездочки. Уже иду. Короче, здесь вроде как все видно. Я сомневаюсь, что прям вот здесь сюда он встанет. Он здесь, в командном центре, скорее всего, да? Если выживет, да. Выхожу. Все, никого. Можем двигаться. Я пошла. Здесь, короче, встаем. Действуем. Лично себя чувствовать сейчас будем. Почему туда показываешь? Звук же там. Что это было? Вера принимает позицию для ракеты. Снайпер принимает позицию для стрельбы. Остальные. Поехали! Удачи! In position. Смотрю, в следующий ход заходим. Пожалуйста, не то таком, я думаю. Рано нам еще с ним. Открывай. Думаю, этого достаточно. А, два скол. Такие находки отметают последние сомнения. Задача всех этих исследований — причинить боль человеку. Возможно, не только два осколка, на самом деле. Снайпер, ничего не видишь? Как всегда. Типа хэк, я могу просто дать ракету. Но лучше не взрывать лишний раз оборудование ценное. Ой, вот мне кажется, здесь может кто-то быть, да? Если я сюда подойду, то там может быть кто-то. То есть вот этого я могу взорвать.
Поттер, у тебя свинцовый дождь, ты стреляй. Понятно? Стреляй еще раз. Так. Стену пробил, эту пробил, значит мы... А, он без укрытия, не, Поттер красава. Я думал, я так и думал, что ты красавчик. Теперь мы его смело можем это... Иду. Шан. Еще одна удача. Все. Просто супер, шеф. Отлично. Отлично. Да, потеряли одного штурмаша, но рядовой. Второго, в принципе, в лазарет отправляем. И сейчас нам награда же, да? А, нет. Нет. Это другая миссия. Я же перепутал. Угу. Майор Евгения Мамочка Шан. Поздравляю. На 18 дней отправляется наш Морозов. Конечно, много. Так. Огневая поддержка. Может вести ответный огонь, когда противник движется или стреляет. Приятно. Перестану дергаться? Нет. Идем. Куча трупов. Вот она. Операционная пришельцев. Фрагменты. Охренеть. Сплавов прям нормально накидала. Бабки у нас скоро будут. В общем... В общем. Так. Что у нас еще здесь есть? Возможно, докрутим до секретной операции. Будем, наверное, заканчивать сегодня. Так. А на следующую уже, наверное, будем штурмовать, да, базу потом. Пойдем штурмовать базу. А... Я просто не понимаю, как настолько развитая цивилизация может быть полностью лишена эмпатии к страданиям других разумных существ. Это не клеится ни с какими нашими теориями. Мы и предположить не могли, что с появлением высочайших технологий может прийти бессердечие и холодность. Легкий плазмер. Что такое легкий плазмер? Похоже на карабин. А есть плазмер. Винтовка. Допрос сектоида мгновенно. Давай проведем. Не бойся, малыш. Мы тебя покормим. Не работает твоя магия. Лучевое оружие ускорено. Прекрасно. Нам это не надо. У нас уже все выучено. Допрос того коротышки был весьма познавательным для всех участников. Мы бы ничего не смогли получить от этой твари силой, так что пришлось применить другой подход. Мы внедрили ему несколько зондов в предфронтальную кору головного мозга. Анализируя реакцию пленника на различные раздражители, мы получили массу информации. Даже больше, чем рассчитывали. Пленник ничего не знал о трансформациях, которым подвергся, зато мы получили интересные сведения о создании... миниатюрных имплантов и об источниках энергии, которые используются в окружении пришельцев. В оружии пришельцев. Все это пригодится, когда мы будем улучшать собственное вооружение и займемся созданием мощного лучевого оружия, которое у нас уже есть. Продолжим. Благо он был мгновенный, поэтому пофиг. Школа офицеров. Тоже, кстати, можно будет подумать над этим. Япония вошла в зону спутникового покрытия. Отлично. Мы приятно удивлены успехами проекта XCOM. Снова ранг А. Не С, конечно. Результаты превзошли все наши ожидания. Но, в принципе, думаю, вы понимаете. Совет такими комплиментами не разбрасывается. Бабок. Жопой жуй. Не забывайте, мы видим все. Сюда. Модуль спутниковый. Сюда. Два оставшихся спутника, которые нам осталось вывести на орбиту стран. Только 20 дней делаются будут. Дальше. А, его строить надо.
Сейчас уже броня создастся. Может, ее лучше построить? Или мы ее сможем улучшить? Да он, мне кажется, мгновенно создастся. Короче, вот такой роботический костюм мы Максу создадим. Будем его уже наш при штурме базы применять. Еще посмотрим. Тихонечку. Вере. Нет. Не та модификация мне нужна. Рада, что вы не забываете научный отдел, шеф. Я уже отправила новичков в лабораторию. Чуть тебе ноги не отсек, Вера. Приятно. А, это значит сменить можно, да? Вырезать тебе второе сердце. Давай реально вот это. Вообще фигню стоит, а бывает промахи, бывает прилетают. Плюс 10 к меткости. Сюда. Доброволец будет подготовлен к хирургическому вмешательству. 6 дней, ничего себе. Когда генетическое модифицирование завершится, я уведомлю вас лично. Так, дальше. Мы... Кожа пока рано. Там она слишком дорогая, 150 баксов уже. Заодно я думаю... Вот эту прикольную тему можно создать. Типа спрей, чтобы усилить себя. Попробовать как минимум. Цель. Так. Хитиновый покров я хотел один создать. Пробовать тоже, как оно работает. А... По постройкам мы что-то будем делать? Можно, конечно, упарываться, например, в лаборатории. В лаборатории. Давай здесь лабораторию поставим. Термогенератор пока не будем. Цеху. Ранный дрон фигня. Экономия патронов. Давай. Бывает. Да, в литейном цехе скучать не приходится. Я предупрежу их, что вы начинаете новый проект. Еще бы новобранцев чуть-чуть прислать. Так. Так, чуть-чуть. Штуки 3. В школе бы, конечно, еще вот все вот это купить, но это потом. Рекрутов набираем. Крутим. Секретная операция. Поехали. Начать операцию. Прекрасно. Жду от вас хороших новостей. Так. С Экзальтом пойдет воевать. Грозный. Вера на улучшении. Шан пойдет. Пойдет воевать. Поттер. Фрида. Друг, приветствую, Янг Неви, приветствую.
приветик тебе. Ну что, качаем нового штурмаша. Это из них. Вот Беатрис. Вроде качали, она неплоха. Больше двух нам не надо, поэтому берем Тамвичеса. Три поддержки, снайпер, штурмаш и этот. Должны справиться. Должны справиться, давай их оснащать. Так, так. А, что вот это дает? Силу воли, защищает от паники. На два хода противника снижает получаемый урон на 50%, полностью защищает от критического урона. На два хода улучшает мобильность. Но это похоже больше как для штурмаша. Повышает на 4 ОЗ, ни хрена себе. Снижает урон, получаемый в ближнем бою. Надежно защищает от удушения. Классная тема. Где мои прицелы? Так, прицелы мои отдать. У нас же медаль, да, еще есть, кстати. Медаль. Крест боевого братства, плюс 2 к меткости. Давай сюда. Ну вот Шан, давай. Служите, верно, Шан. Медалька. Первая. Так, отлично. Хорошо. Эвакуация агента. Отправить агента. Я уверен, что вы справитесь с этой непростой задачей. Тоже уверен. Где я его пролистываю, что ли? Кстати, у нас же должен быть улучшенная цель. Разве нет? Какой-то мы там проект изучали. Вот этот вот, смотри. Литейный цех. Вот, улучшенный модуль цель. Портативный модуль цель подсвечивает уязвимые места жертвы. Это повышает шанс... это для критов. Я думал... Не только. Ладно. Прекрасно. Жду от вас хороших новостей. Цель. Ну, медпакет немножко глуповато. Ладно. Тем более у нас три этих поддержки. Ладно. Давай тогда не медпакет, давай лучше... Стимулятор точно штурмашу. Ну, давай... Респиратор. Не знаю. В принципе. Шан. Берет броню. Автоматик. Пистолетик. Медпакетик. Цель давай. Нет, лучше вот эту стелс-гранату. Поттер как раз берет автомат. У него есть возможность два раза стрелять. Ему не повредит цель. И медпакетик. Дальше. Фрида Вагнер. Фрида Вагнер. Тяжелый лазер. Можно черненький такой дать. Он нормальный так. У нас пока что еще все еще нет улучшенной гранатометной установки. Надо подумать над этим. Бери имплант. И оставляй гранату. Штурмаш. Дробовик. 80 хитов. Хитиновый покров.
Ну и, в принципе, боевые стимуляторы можем опробовать. Привет, дружище, Large Game, приветствую. Отлично. У меня все отлично, просто прекрасно. У тебя как дела? Сейчас мы уже как раз стримчик, наверное, будем подзаканчивать потихонечку. Броня, винтовочка, пистолетик, медпакетик. Цель надо брать на 2 часа. Дугомет мы будем использовать? Нет, с экзальтом это бесполезно, мы уже знаем. Полетели. Так. Шторм 1. Готовимся к высадке. А что там, товарищ Нуклон? Расскажите мне, что он там стримить планирует? Никто не знает. Включать операцию. Обнаружена еще одна группа «Экзальт», на сей раз на территории Англии. Штурм 1. Ваша задача обеспечить чё? Безопасность агента при доставке данных. А можно меня в отряд, а у дружища? Ну, у нас, по-моему, не именных персонажей. Можно, конечно, можно, сделаем. У нас, по-моему, не именных персонажей мало прокачано. Просто боюсь я давать имя рядовому, чтобы его сразу кокнули на следующей же миссии. Сейчас какой-нибудь хотя бы лейтенантик, если кто-нибудь или капитан будет, вот тогда назову Янг Нэви. Чтобы точно подольше ты продержался. Наш агент был обнаружен силами «Экзальт» в процессе извлечения ценных данных из вражеской системы. Гранат мало? Да, нормально. Штурм 1. Защищайте агента, пока он не закончит дешифровку данных «Экзальт» с других трансляторов. Ух ты, если агент свет. Погибнет при исполнении, у нас не будет шанса получить эти данные. Так, задание давай посмотрим. Изменилось. Здесь труба наверх. Здесь склад. Здесь труба наверх. Здесь основная тема. Нам бы к ней двигаться, но, конечно, первым делом мы будем нашего агента вызволять. Потом уже пойдем. А на этом будем на сегодня заканчивать. Заканчивать. В армии был лейтенантом ПВО. Ого, ничего себе. Ну вот как раз. Имеет смысл, наверное, снайпера здесь сделать. Хотя у нас пока только один снайпер есть. Как раз второго было бы. Очень приятно заиметь. А, выйти. Мы сохранились. Все в порядке. Все, сохранились. Порядке, так что будем, ребят, заканчивать. А, благодарю за просмотр. Те, кто смотрел в прямом эфире, те, кто посмотрит это в записи, конечно же. Подписывайтесь, ставьте лайки и комментарии. Оставляйте, разумеется, ставьте колокольчики, чтобы быть в курсе всех уведомлений. А, понял, что плохо пришел? Да, нормально. Я думаю, как минимум. Зашел уже отлично, уже хорошо. И все, завтра будет Darksiders, стрим точно будет. Будет, как обычно, примерно... Янг Нэви, пишет Серега Яковлев, тебя зовут. Ух ты. Где мне, знаешь, что написать тебе? Сейчас я это, чтобы не забыть, пишу себе в заметку. Добавить в отряд XCOM Серегу Яковлева. Янг Нэви. Вот все. Все, дружище, я записал, точно я тебя не забуду. Отлично. Спасибо за стрим, Шан, тебе спасибо, и Вера, тебе тоже спасибо, что сидели со мной тут, смотрели, спасали вместе со мной землю. А в этот раз все у нас более-менее стабильно, все идет хорошо, ну там одного, конечно, потеряли. Штурмаша, ну, в целом неплохо, справляемся. В следующей серии также по XCOM будем штурмовать уже базу, будем двигаться по сюжету, вообще нормально будем себя ощущать, мне кажется. Да, я не договорил по поводу Darksiders. Завтра, ну, где-то вот в районе 4-6 часов, ближе к вечеру, короче, чтобы все подошли, поиграем. Или, может, с 3? Не знаю. Не знаю. Пока что ориентировочно с 4-6. Ладно, все, прощаемся. Желаю вам море, любви, добра и позитива. Увидимся уже на следующих стримах. Пока.